отношениями выпускает пар. Это полезно лидеру. Что называется, отсидеться за спинами и просто выдохнуть. Это здорово, ведь никто же не выигрывает велогонку, вырываясь вперед на первых же метрах и лидируя на протяжении 200, а то и более километров. Поэтому-то и здорово, что есть пелотон. Не великий, но все же. Португальская гимнастка в него не входит. Пока. Но ведь и она когда-нибудь мечтает победить. Пожелаю ей в этом удачи. Не судьба, что называется. Она не завершает соревнования. Это Катя Энрикес в упражнениях с обручем. Она как бы открывает, я бы даже сказал, предваряет финал в упражнении с мячом. Ну и в каком-то смысле это было очень информативное выступление. Да? Потому что она совершила, по-моему, все мыслимые ошибки, которые подстерегают гимнастку, намеревающуюся выйти на площадку с мячом. Она и не поймала предмет. Она и потеряла его, пытаясь выполнять иного рода элементы. То есть, вот, ну хуже почти невозможно. По крайней мере, на этом уровне дискуссии. Тем не менее, конечно же, ее приветствовали бурными продолжительными аплодисментами. И, разумеется, у выхода с помоста ее встретило добрых два десятка желающих взять автограф. Это тоже часть работы. Ей бы сейчас уйти в зал разминочный подальше от людей. Но как можно обидеть соотечественников и соотечественниц? Кстати, тот финал, который мы будем сейчас смотреть в упражнении с мячом, последний сегодня финал, в котором сойдутся Кондакова и Канаева. Как и в упражнении.